Добрый день, интернет-магазин товаров для плавания Swim Sales. Предлагаем вам видеообзор шапочка Aquasphere MP-XO. MP это Майкл Фелпс, серия, разработанная Майклом Фелпсом для компании Aquasphere. Шапочка, ну футляр шапочки вот такой удобный, как всегда у компании Aquasphere. Вот здесь открывается. Вот, и достаем саму шапочку и футляр. Кроме шапочки есть небольшая инструкция, больше ничего особо интересного тут нет. Шапочка выполнена из материала силикона. И здесь надо отметить, что шапочка достаточно плотная. То есть по материалу она, конечно, сравнится с лучшими конкурентами. Дальше по шапочка выполнена по бесшовной технологии, что также важно. Это намного более надежно, чем когда вот здесь вот проходит шов, потому что он может порваться. Дальше у шапочки из особенностей вот здесь такой сделан рельеф, чтобы она не стягивалась наверх. И вот здесь сделаны такие пупырышки для того, чтобы она также более надежно держалась на голове. По футляру еще один момент, значит, компания Aquasphere находится в Италии, сама шапочка сделана в Китае. Дальше продолжаем. Из важных особенностей разные цвета и разные размеры. Размеры есть M, S и L. S самый маленький, M средний, L самый большой. Ну вот у нас здесь представлена M, у нее написано диаметр окружности головы. 56-59 сантиметров. Ну, можно считать, что все, что больше, это L, все, что меньше, это S. Ну, или другими словами, S это совсем детский, лет до 12, M юниорский или женский, а L это на большую мужскую голову. Цвета белые с синими полосами, или черные с серыми полосами, или черные с желтыми полосами. Вот три цвета на сегодня доступно. Шапочка очень интересная, очень хорошо выполнена. Сразу видно, что материалы такие достаточно качественные. Вот, обращайтесь, если у вас возникнут вопросы, пишите на сайте Swim Sales в разделе «Контакты». Будем рады ответить. Удачных вам покупок и до новых встреч.